А ты знаешь, есть люди, которые по праздникам работают. Да? Да. Интересно, когда же они отдыхают? Как когда? По будням? Счастливые. Почему счастливые? Ты сам посчитай, сколько в году праздников и сколько в году будней. Делаешь? Не подходите ты ко мне! Что делаешь? Что ты делаешь? Я вешаюсь, не мешайте мне! Ну, я прошу тебя, погоди, я же Дед Мороз, ну погоди. Почему я должен годить? Почему я должен годить? У меня что, в следующем году появится не... деньги, работа! Ну нет, я не знаю. Что вы можете сделать? Что, ко мне вернется жена? Вот вряд ли. Тогда что вы просите погодить? У вас есть конкретные предложения ко мне? А как же? Я же Дед Мороз. Погоди. Вот у меня к тебе конкретное предложение. Раз уж ты все равно на табуреточке стоишь, давай почитай мне стишок. Давай. Здравствуйте, Алексей Иванович Губкин. Ага. Вот вы какой. А вы кто такой? Фирма «Праздничный прибабах». А. Салют заказывали. Ха. Пиротехники? Да, они. Да, я думал, что вы вообще уже не придете. Ну, что вы говорите? Мы же солиднейшая фирма. Угу. Вы заказывали салют. Да. И вам будет салют. Да, но я вас заказывал к 12, а сейчас уже без двух. Да? У вас же даже еще аппаратура не готова. А что вы говорите? Ребята в своем деле все... Что? Профессионалы. Налы. Ребята налы, да. Вот, пожалуйста, пройдемте. Пойдемте посмотрим. Не знаю, конечно. Началось? Ребята, готовы? Арсению Ивановичу Губкину наш праздничный салют! 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 Люкс получилось, да, Арсений Иванович? Что получилось? С вас 5000. Какие 5000? За что 5000? Ребята, я праздничный что, салют! Да побольше! Да вы что, Арсений Иванович? Как? Не, ну как? Праздничный салют! Доктор, вы дежурный врач. Да, вот, к сожалению, дежурю тут в новогоднюю ночь. Доктор, спасите меня, я проглотил пробку. От электросчетчика? Очень интересный случай. На сколько ампер? Пробку от шампанского. От шампанского? Да. Неинтересный случай. А потом в новогоднюю ночь. Это естественно. Кстати. О. Выпейте шампанского. Прошу. Шампанского. С Новым годом! А теперь, что мне делать?
А все, все. А вы уже все сделали. Шампанское же вы выпили? Выпил. Это хорошо, что пробка от шампанского. А иначе пришлось бы ее штопором доставать. А? Спасибо. Зоя, на процедуры. Зоя, доктор зовет. На процедуры, Зоя. О. Товарищ старшина, вроде ничего не нарушал, все-таки новый год сегодня. О, проговорились. В смысле? Новый год, значит, пьяный за рулем. Ну что, почему, ну что, я вообще не пью, в принципе, да, никак. Да, знаю я, как вы не пьете. Пойдемте в трубочку дунем. Какую трубочку? Зачем в трубочку дуть? Ну что, ну зачем? Ну Новый год сегодня. Ну, меня ждут за праздничным столом. Вот именно. Вас ждут за праздничным столом, а старшина на дежурстве. Совести у вас нету. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. А теперь все вместе давайте дунем в трубочку. Три, четыре.